Работы по изучению флоры и фауны Белого моря проводят научные сотрудники биологической станции Карельского филиала Академии наук СССР. Перед ними стоит важная задача – изучить запасы кормовой базы промысловых рыб. На борт «Онеги» принимается необычный улов. После хорошего душа донный материал попадает в лабораторию, тщательно просматривается, изучается. Исследования дают возможность определить количество и характер кормов в Белом море. Многие годы ведет наблюдение за движением сельди кандидат биологических наук Фатах Бакирович Мухамедьяров. Сегодня он получил письмо, которое его особенно обрадовало. Рыбаки Кандалакшского залива пишут ученому о вылове рыб с его метками. Теперь можно определить морские дороги беломорской сельди.